Здорово, щеглы! Сегодня мы своими руками будем делать кексы. А, поехали! Нам понадобится пакет. Два яичка. Заебись. Немножко какао. Какао. Немного сахара. Та-та-та-та. Слушай, у нас сахара мало. Макароны пойдут? Да похуй, все хуять. Немножко муки. Батона, ты мой кокос не видел? Ты знаешь, я даже не знаю, что это. Ну, естественно, и немного молочка. Колдыбеним всю эту еботеку. Хорошенько. О, та-та-та-та. Слушай, а может у нас еще гомункул получится? Никто ничего не видел. Ботаник, на смотри, я себе жену нашел. А ну-ка давай. Ёб твою мать. Давно я такой красоты не видел. Падра, нас на ютубе опять не забанят? Поверь мне, не забанят. А ты мне врешь. Если верить в ложь, так в церковную. Ну и хуярим все это дело в микроволновку. Вот, в принципе, кексик наш готов. Приступаем к дегустации. Слушай, падре, может, ну его нахуй, эти кексики? Есть дошираки? И эту полицию вызови. А вы уже играли Black Desert? Здесь все как в реальной жизни, только графика лучше. Бери в руки топор или удочку и добывай ресурсы. Если нет времени, найди рабов, и они сделают все за тебя. Вместо доната ты можешь сам скрафтить крутое оружие. Путешествуй по открытому миру. Сражайся с врагами один на один. Участвуй в масштабных битвах. Да, игра много весит, но поверь, она этого стоит. Тем более во всем мире она платная, а по ссылочке в описании ты можешь скачать ее бесплатно.